Имущество «Миякимолзавода» ушло с молотка за 18 миллионов рублей. Был реализован 51 объект недвижимости и 48 машин. Покупателем активов банкротного предприятия стал саратовский предприниматель Игорь Сидоров. Впервые имущество «Миякинского молзавода» выставили на продажу в марте прошлого года. Начальная цена лота составляла 78 миллионов рублей. Отдельно конкурсный управляющий продавал автомобили и спецтехнику компании. Покупателя на активы банкрота не удавалось найти в течение нескольких раундов торгов. Таким образом, по сравнению с первоначальной оценкой, имущество компании продали в 4 раза дешевле. В мае 2021 года арбитражный суд Башкортостана признал «Миякимолзавод» банкротом по заявлению Райффайзенбанка. Задолженность предприятия перед кредитной организацией на тот момент составляла 34 миллиона рублей, в том числе 30 миллионов просроченного основного долга, 157 тысяч просроченных процентов за пользование кредитом, 4 миллиона пени.